В феврале 1973 года в московский АВИР обратился очередной проситель за разрешением на выезд семьи на постоянное место жительства в Израиль. Его тут же узнали, доложили на самый верх, и вскоре он оказался на Петровке, в кабинете всесильного министра внутренних дел Щелокова. «Ну что, Эмиль, уезжаешь? А кто же нам будет петь «Дрозды»?» Слыхали, как поют дрозды? Лучшие советские композиторы пишут для него песни, и они мгновенно становятся шлягерами, звуча на пластинках, по радио и в телеэфире. Вся страна прекрасно знает его голос и его имя – Эмиль Горовец. Это был замечательный певец, наш Эмиль Горовец. Мы все бегали на концерты Эмиля Горовца, потому что он был очень популярным певцом, очень известным певцом, который спел массу прекрасных песен. Катарина, о-о-о, о-о-о, как ты странно идешь, ты вот-вот-вот упадешь. Катарина, ты не стоишь на ногах, надо доктора, что с тобой? Я шагаю по Москве, дрозды, голубые города, на седьмом этаже. Он мне рассказывал, что были мешки писем, люди влюблялись под его песни, объяснялись в любви, танцевали. На каком бы языке ни пел, я его сразу узнаю, его тембр, его душу, его построение фразы. Я уж не говорю, какой это мастер был, какая точная фразировка, чистота звука, тональности. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. И тайгу. Эмиль Горовец обласкан властями. У него квартира в центре столицы и роскошная загородная дача. У него «Волга» спецвыпуска, таких всего три в Москве. И вдруг все кончается в одночасье. Он, который был знаменит настолько, насколько может быть знаменит еврей в Советском Союзе, и вдруг он уезжает. Шок был невероятный. Это была пощечина. Уехал любимый певец, которого обожали в то время все, как простой народ, так и элита. Почему Эмиль Горовец навсегда покинул родину на самом пике своей славы? Как сложилась его жизнь и творческая судьба в эмиграции? Что он приобрел и что не сумел сберечь? И что потеряли мы, его слушатели? Об этом наш фильм.